ГТРК «Чувашия» и «Русфон» продолжают совместную благотворительную акцию. На этот раз помощь требуется 14-летней Юле Немовой из «АллатРя». У девочки сахарный диабет, и она нуждается в инсулиновой терапии. Помочь ей справиться с болезнью можем мы с вами. Для этого достаточно отправить слово «дети» на короткий номер 5542. Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Недуг настиг внезапно и неожиданно. В 2009 году 7-летней Юле врачи поставили диагноз сахарный диабет первого типа. Болезнь протекала тяжело. Долго не удавалось стабилизировать уровень сахара. По несколько раз в день вызывали скорую. Врачи порекомендовали поставить инсулиновую помпу. Приобрели ее на средства Русфонда. Почти сразу начала кататься опять на велосипеде. Сразу ей купили ролики, на коньках начала кататься. Раньше мы этого позволить себе не могли. Вот гуляли только в общежитии. Когда на уколах жили, пойдем на каток. С ней раз и плохо, она сваливается у меня. Даже завуч вот спортшколы, помню, отпаивал чаем ее горячим. Не жизнь, а кошмар было. Болезнь удалось взять под контроль. Благодаря портативному устройству Юля нормально себя чувствует, хорошо учится и занимается спортом. Врачи отмечают положительные сдвиги в ее состоянии. Помповая инсулинотерапия дала хороший результат. У Юли стабилизируется уровень сахара в крови. Данный вид терапии необходимо продолжить. К сожалению, расходные материалы к помпе заканчиваются, а у семьи нет денег на их покупку. Необходимый набор стоит чуть более 133 тысяч рублей. Читатели газеты «Коммерсант» и сайта «Русфонд» соберут порядка 100 тысяч рублей. Не хватает 33. Жители республики смогут поддержать Юлю, отправив на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «дети». Его стоимость 75 рублей. А владельцы айфонов и телефонов на платформе Android теперь могут перевести пожертвования через мобильное приложение. Другие способы на сайте Русфонда. Благодаря вашей помощи лето, самая счастливая пора для детей, может стать ярким и насыщенным и для Юли. Лидия Галактионова, Вести Чувашия.